версион. Версион. Да. Я хочу тоже большой так простой по-русски. Ну, расскажите нам что-нибудь вот про нее. Про нее? Да. Красивая рама, нравится. А что еще? Когда соберу, будет известно полностью. А так, 52-я звезда, в принципе, там полностью, когда амортизатор сжимаешь, ага, остается еще где-то миллиметр. То есть 52-я, в принципе, должна влезать. А это самый амортизатор какой сюда по длине? Ну, я ставил 220 у меня, вот. 220, да? Да, 220. А подсиделочка вот тут что у нас тут какой? 31, кажется. Ровно 31 или 31,8? Ну, у меня 38 было, там какой-то разброс есть. Угу. Они писали, но вроде как мой попадает, я просто по памяти уже не помню. А тут у нас как бы такая... 44, да, вот, вот 44, это вот. Да? Вот мне как раз рулевой под него и... Угу. И тут у нас почтовый ящик. Да. Но зато закладка сверху. Да. И по направляющим можно, да? Это да, направляющие, вот сюда, да? Да, можно. Ну, это как сделаешь. Я, наверное, здесь что-нибудь мягким сделаю, типа пенопласта, чтобы она вообще... Угу. Она просто чуть-чуть отодвинуть. Да ладно, ладно, я закрою. Не, 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 на штырек. А, на штыречек. Во, вот они мы, вот бестолковые. Ну, ладно, не будем так ломать. Понятно. Ну что ж, Сереж, спасибо огромное. Мы его на самом деле не видели такую еще ни разу. Так, что у нас тут проходит, да, все нормально, да? А длина вала каретки тут какая? 127, а я тогда... 127, брал, да, обычный, да, стандартный, а да? А вас же брал тогда. Ну да. Ну ладно, хорошо тут все идет. Вот, и педали вот от маятника, в принципе. Так, а еще вот сюда можно что-то положить. А, это я прижал. Вот, педали от маятника, в принципе, тоже он миллиметров 5. Но хотя, ага, показывал... Алексей, который их изготавливает, у него какие-то это шатуны, они по 2 сантиметра отстают, то есть Шимано, он кажется. Ну да, ну они немножко в сторону. Да, они бывают 175, 170, 165, вот. Неизвестно, какие у него просто стоят, да? Ну да. Да, вот. Ну что ж, поэтому, а вот сюда хорошо что-нибудь влезает, то есть... А сколько весит рама такая? Ну он писал 10,5, я не взвешивал. В принципе, она, ну сейчас-то уже как бы с кареткой. Ага. Ну что ж, приятно, спасибо вам. Пожалуйста, соберу, приеду. Отлично, будем следить за вашим проектом. Как он будет называться? Супер злой Гарри? Посмотрим, посмотрим, увидим, как поведет. Хорошо. Вот, Леша, так что. Ну все.